болон та хамтаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Ингээ студид мэ дараагийн зочид хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний минь түргээ. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Тэгэхээр бас үзэгчтэй бас ирсэн зочдынхаа танилцуулгыг хэлж өгөхгүй юу? За, юуны өмнө бол Бурятын их сургуулийн Дорожи Банзаровын нэрэмчил Бурятын их сургуулийн ректор Алдар Валерьевич Немдинов. Бурят Дорнд Сибирийн урлагийн их сургуулийн ректор Елена Юрьевна Перова. Дорнд Сибирийн технологийн удирдлагын их сургуулийн ректор Игорь Геннадьевич Сизов. Им одоо хүмүүс энд чинь хүрэлцэн ирээд байна. За тэгэхээр бас ингээд боловсролын салбарын хүмүүс хүрэлцэн ирсэн байна л да тий. Тэгэхээр ингээд боловсролын талаар бас танилцуулахгүй юу? Тий Оросын талаар, Бурятийн талаар. Ну так как сегодня пришли делегация бурятского образования, расскажите, пожалуйста, система образования в Бурятии, цель вашего визита в Монголию. Цель Бацхано. Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня действительно в Улан-Баторе работает целая делегация из Бурятии. Вот, мы только малая часть этой делегации, три ректора. У нас 12 человек сегодня работает. И мы уже вчера повстречались с нашими коллегами из разных вузов Монголии. Да, тэгэхээр та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдөр Улаанбаатарт бол одоо Бурятын их сургуулийн ректорууд одоо хүрэлцэн ирээд байна. Нийт 12 хүний бүрдэлт хүнтэй. Биднээс бол өргөн хэмжээтэй одоо Монгол улсад айчилж байна. Биднээс энэ хугацаанд бол одоо олон хүмүүстэй уулзаж одоо санал бодлоо солилцоод байна. Главная цель нашего визита это рассказать о наших вузах, прежде всего нашим, наверное, юным телезрителям, нашим школьникам из Монголии. Рассказать, что недалеко от Улан-Батора, в Улан-Удэ, все знают прекрасно, где находится Байкал, есть несколько вузов, которые готовы предоставить вам свои образовательные услуги. Битнусын эсэн гол зориг бол одоо Улаанбаатарс холгүй байгаль дүүрэн иргэдэр улаан үүд гэж хот байдаг. Тинчээ бол Бурятын их сургуулиуд бол Монголын залуучууд хөөхтүүдд одоо суралцах таатай болцоо өгөхөр одоо ингэж биднес хөрөлдсөн танилцуулахар ингэж хөрөлдсөн ирээд байна. Россия сегодня предоставляет порядка 600 мест в различных вузах страны для монгольских абитуриентов. Внутренний байдал офсын холбооны улс бол одоо Монгол улсын оюутнуудад бол 600 одоо ирэх олгоод байгаа. Республика Бурятия, и я, наверное, уполномочен сегодня от нас всех передать привет от нашего главы Республики Бурятия Алексея Самбуевича Цыденова, предлагает для монгольских студентов еще 100 мест в наших вузах. Тэгэхээр одоо бид нус энэ чинь хүмүүс өмнөөс Алексей Самбуевич Бурятын усын ерөнхийлөгчийн өмнөөс бол одоо давхар нэмэлт одоо бид нус одоо оюутнууд суралцах юм ирэх олох хүсэл бодолтой байгаа. Поэтому ну, цель такая наша, чтобы еще раз популяризировать и рассказать о наших вузах. Тийм учраас бид нус бол энэ чинь ирсэн гол зориг бол Бурятын их сургуулиудыг танилцуулах, сурчлах юм одоо гол зоригтой ирээд байна. Поэтому, наверное, начнем, я думаю, наверное, по кругу с Игоря Геннадьевича, да, и каждый ректор расскажет несколько слов. Да, тэгэхээр эхлээд бид нус одоо өөрхөө сургуулийн тухай танилцуулж гэж одоо Игорь Геннадьевичийг хүсэж байна. Да, ну вот как сказал Алдар Валерьевич, важная задача перед нами стоящая вот сегодня – это привлечение монгольских абитуриентов в наши вузы. Да, тэгэхээр бид нус одоо сая Алдар Валерьевичийн хэлснээр бол монгол оюутнуудыг Бурятын их сургуульд одоо суралцах тэр сонирхлыг бий болох ийм гол зорилготой. Ну, помимо этой задачи, мы хотим в результате нашей поездки решить и вторую задачу. Многие годы наши вузы сотрудничают с монгольскими вузами, и мы сейчас хотим поставить эти взаимоотношения на совершенно новый уровень. Мы надеемся начать проводить совершенно новые исследования по различным отраслям науки, и мы увидели, что монгольские вузы готовы к сотрудничеству с нами. Тэгээд биднес бол одоо хамтарсан эрдэм шинжилгээний ажил өрнүүлэх энэ тал дээр бол Монголын сургуулиуд одоо бэлэн биднестэй хамтрахад одоо бэлэн байна гэдгээ бас илэрхийлээд байгаа. Я думаю, что если мы объединим усилия наших вузов, бурятских, монгольских вузов, Монгольской академии наук, то мы получим совершенно новые научные результаты, которые позволят продвинуться как Республике Бурятия и России, так и Монголии. Тэгээд биднес одоо энэ хамтын хүчээ нэгтгэх юм бол Монгол улсын шинжилгээний академитай ингээд биднес Монголын сургуулиудтай ч хүчээ нэгтгэх юм бол биднес одоо шинэ амжилтанд хүрэх юм болцоотой байна. Зөвхөн Бурят биш одоо Монгол улс биднес хамтраад одоо шинэ одоо эрдэм шинжилгээний нээлт хийх юм болцоотой гэж харж байна.
Ну и, конечно, хочется сказать о той теплой, дружественной обстановке, в которой нас встречают монгольские друзья, монгольские коллеги. Тэгээд монголын найз нөхөд бид нүсэг дотн сайхан хүлээж авч байгаад бас их баяртай байна. И мы, в свою очередь, ждем как монгольских абитуриентов, так и монгольских коллег уже на нашей, на бурятской земле. Тэгээд ото бурятын газар нутаг бурятын сувгуудын монголын оюутнуудыг хүрсэн эрхийг бид нүс одоо тэсэн ядан хүлээж байна. Культурное пространство России и Монголии обусловлено более чем столетней дружбой между нашими государствами. И, конечно, миссия нашего вуза в этом контексте – это сохранение, развитие, трансляция культурного наследия наших стран. Код у нас культурный практически один, и наша миссия здесь – это, безусловно, подтверждение нашего многолетнего сотрудничества и позиционирование, что мы и дальше активно готовы сотрудничать. ВУЗ готовит кадры. Тэгэхээр бид нүс одоо соёлын салбарт бол хамтын одоо олон жилийн түүхтэй. Тэм учраас бол бид нүсийн одоо код гэж ярьдаг тэр маань бол нэг учраас бид нүс одоо ингээд хамтраад соёлын чиглэлд хамтдаа ажиллахт бол бүрэн одоо нээлттэй. За 60-летнюю историю нашего вуза подготовлено достаточно большое количество специалистов в сфере культуры и искусства. Тэгэхээр манай сургуулийн 60 жилийн түүхт бол одоо манай сургууль дээр бол Монгол улсад бол олон тооны соёлын ажилтнуудыг бол бэлдэж ирсэн байгаа. ВУЗ готовит кадры по музыкальному искусству, хореографии, библиотечно-информационной деятельности, туризму, социально-культурной деятельности. Достаточно широкий спектр в области культуры. Тэгээд манай соёлын сургууль бол олон чиглэлээр бол одоо оюутнуудыг бэлддэг. Чиглэлд бүжих, хөгжмийнх, номын сан, аял чуулчил, нийгмийн ажилтан гэсэн олон чиглэлээр бол одоо бид нүс оюутан бэлдэж ирсэн ийм одоо уламжлалт түүхтэй. И мы, конечно, с большой радостью готовы встретить монгольских абитуриентов на нашей родной земле для того, чтобы наши культурные связи и дальше процветали. Тэгээд цаашдаа бидний хамтын одоо соёлын үйл ажиллагаа улам эрчтэй явахын тулд бид нүс одоо өөрийнхөө сургуульд монгол оюутнуудыг энэ чиглэлээр одоо цаашдаа бэлтгэх билэн байна. Да, я добавлю несколько слов о нашем университете. Наш университет готовит специалистов, ну, мы технический вуз. Тэгэхээр би өөрөө сургуулийн талаар зарим задрал хийхэд бол бид нүс болоо техникийн чиглэлийн сургууль байгаа. И мы готовим специалистов в различных отраслях экономики, в области энергетики, в области строительства, машиностроения, переработки кожи, мяса, молока и так далее. Тэгээд бид нүсийн бол одоо эрчим хүч, барилга, арьшир, мах сууны чиглэлээр бол одоо мэрэгчлэгчүүдийг бэлтгэдэг байгаа. И пользуясь случаем, я приглашаю абитуриентов в наш университет. Тэгээд энэ завшааныг ашиглаад манай сургуульд элсэн сурахыг одоо та бүхнээс одоо хүрээлж байна. Мы уже договорились, что мы примем участие в образовательной выставке, которая пройдет в октябре этого месяца совместно с Россотрудничеством. Тэгэхээр энэ сарын, энэ жилийн эцсээр 10 сард Россотрудничество агилдагт болох олон улсын юуны боловсролын үзэсгэлэнд ингээд бид нүс бас оролцсон. Но мы сегодня вот оставим наши данные про наш Бурятский государственный университет в Россотрудничестве. Такие книжки вы можете взять, прочитать и узнать про наш вуз, про наши факультеты и институты. Тэгээд бид нүс бол өөрийнхөө их сургуулийн тухай танилцуулгыг болоод Монгол улс дахь Россотрудничество агентлагт үлдээн та бүхэн хэрвээ сонирхолтой бол очиж үзээрэй. Если говорить про наш Бурятский государственный университет, то это классический вуз. Это Бурятын их сургуулиудаа сонгодог их сургууль гэж хэлж болно. Обучается более 5000 студентов очного обучения. Манай сургуульд бол өдрийн ангиар бол 5000 оюутан сурдаг байгаа. 5 институтов, 6 факультетов. 5 дээд сургууль 6 факультетов. 6 факультетос бүрддэг. Более 210 направлений подготовки. Нийт 210 чиглэлээр оюутан бэлтгэдэг. Наиболее популярное это востоковедение. Юридические направления. Говоря о юридическом направлении, мы совместно с МУИСом будем реализовывать совершенно новое направление.
Тэгээд бид нүс сая бол Монгол улсын их сургуультай бол энэ хууль зүйн чиглэлээр бол шинэ одоо чиглэлээр сурах ийм одоо яриа тохиронд хүрээд байгаа. Это сравнительное правоведение между гражданской системой Монголии и России. Энэ маань бол одоо Монгол Оросын хууль зүйн хуулийг одоо харилцан судлах ийм чиглэл байгаа. То есть специалист, который получит такое образование, он будет свободно владеть правовыми системами двух государств? Конечно, будет знать монгольский. Да. Будет знать, конечно, монгольский и русский языки. Вообще нужно сказать, что у нас в Брестском госуниверситете очень сильная подготовка русистики. Поэтому приглашаем всех и будущих учителей, кто готов работать по русскому языку, в наш Бурятский госуниверситет. Ну и еще одно направление, которое имеет большую популярность, это медицинское направление. Поэтому здесь тоже большое направление подготовки, и здесь можно от колледжной системы до аспирантуры по медицинскому направлению. Да. Ну и, наверное, важно здесь, наверное, сказать еще и о том, что вот мы представители вот четырех вузов, ну, у нас еще четвертый коллега, который не смог приехать, мы сегодня составляем консорциум вузов Республики Бурятия. И вот если говорить про все наши вузы, то мы фактически готовим по любым направлениям подготовки, закрываем практически все отрасли экономики. С учетом нашего коллеги Сибгути, то мы готовим по информатизации, по искусственному интеллекту, по всем вот самым современным направлениям. Ну и важно, конечно, вот я поддержу свою коллегу Георгия Геннадьевича, что сегодня мы, обсуждая с нашими коллегами с монгольскими вузами, готовы развивать научные направления. И поэтому тоже приглашаем всех к сотрудничеству. Я обращаюсь уже не только к младшим школьникам, но и ко всем компаниям. Все вузы Бурятии будут участвовать в дальневосточном проекте «Приоритет 2030». Общая наша тема – это «Байкал Биофарм». Это все, что связано с лекарственными травами, с развитием БАДов, с развитием медицинских технологий на основе восточной медицины. Вообще Бурятия сегодня позиционирует себя как одно из крупнейших туристических мест. Байкал все больше привлекает внимание. И сегодня наша задача развивать такой туризм высокого уровня. И уже многие компании, крупнейшие компании заходят, у нас есть особая экономическая зона, где будут построены пятизвездочные, семизвездочные отели. Байха.
Ну и один проект, пока он еще у нас именно как проект, но мы очень надеемся, что этот проект у нас будет решен, это строительство международного кампуса на Байкале. Тэгээ бид нүсийн одоо нэг хэрэгжүүлэх гэж байгаа төсөл бол энэ байгалийн уур хэрэгдэр олон улсын аюутны хотхон буюу кампус байгуулах юм төлөвлөгөө байгаа. Задача этого кампуса, прежде всего, это обучение русскому языку. Мы приглашаем монгольских вот, студентов и абитуриентов в будущем приезжать уже к нам на Байкал и в течение нескольких месяцев изучать русский язык. И затем уже можно будет выбирать вузы, ну, мы, конечно, себя предлагаем, но в различные вузы России, конечно. По сути, это будет некий образовательный хаб. Откуда можно будет потом уже выбирать направление подготовки. Поэтому приглашаем, welcome. Конечно, я думаю, что это прежде всего для родителей обращение сказать о том, что Улан-Удэ недалеко. Очень надеемся, что Дарханская дорога все-таки будет достроена в этом году. Уже с 1 мая запускается железная дорога. Есть авиасообщение между Улан-Удэ и Улан-Батор. Поэтому это близко. Мы все вузы предоставляем самые высококлассные общежития для наших абитуриентов. Я добавлю, что мы сейчас устанавливаем уже сообщение между людьми, душевное такое сообщение. Да, поэтому приглашаем как раз, вот, чтобы приезжали, активно сотрудничали. И самое главное, чтобы дети ваши были недалеко, могли приехать на субботу-воскресенье домой. Мы знаем, что компания UBS транслирует свое вещание не только на Улан-Батор. Да, обращаемся вот к нашим аймачным родителям, которые проживают в аймаках, особенно к Селенгинскому аймаку. Булганский аймак, те, которые приграничные аймаки рядом с Бурятией. И обращаемся к выпускникам, говоря о том, что не думайте, что если вы не знаете русский язык, вам будет сложно попасть на обучение к нам в музей. Та бүхэнд хэлэхэд бол одоо орсыг мэдэхгүй учраас энэ манай сургуулиуд их сургуулиуд хэлсэх болцоогүй гэж ойлгож болохгүй юм. В каждом из вузов есть подготовительное отделение. Яг тэгвэл сургууль болгоны дэргэд бол одоо бэлтгэл анги гэж байгаа. На котором можно изучить русский язык. А тинчээ бол орсыг бол и затем уже на следующий год поступить. Болцоотой тэгээд дараа жил нь бол одоо дээд сургуульд сурцах ийм одоо болцоотой болно. Другой гарантии, наверное, невозможно придумать, если вот ректоры, которые присутствуют, говорят о том, что приезжайте, мы вас ждем, и мы вас всех возьмем в нашу вузу. Сегодня же ведь у нас коронавирус все-таки завершился. Очень. Граница открывается. Поэтому нужно восстанавливать все связи. И вот наша главная задача, цель нашего приезда, еще раз рассказать, что мы рядом, что мы все добрососедские отношения поддерживаем. Поэтому приглашаем всех, буквально вот наших абитуриентов, приехать, посмотреть наши вузы. Да.
Мы обещаем вам, что вам понравится. Тэгээд та бүхэн таалагдана гэдгийг бид нүс итгэл дүүрэн хэлж болно. Хэлмээр байна. Да, конечно. Уважаемые телезрители, образование, наука и творчество Российской Федерации Республики Бурятия всегда открыты для вас. Тим участвовал зато ин бухчигдер сурхатодол мана бурят осул нейлтэшу. Мы искренне уверены, что вашим детям будет комфортно на нашей территории. Тэгтэр та бүхэн бол манай нутгаддээ сурцхад бол их таатай байх баха. Поскольку у нас практически один культурный код. Яг тэгвэл бид нус бол одоо үндс нэг соёлын кодтай гэж хэлж болох юм аа. Ждём вас. Та бүхнийг хүлээж байна. Тэгэхээр эсэлтийг бас 6 сарын 20-ны өдрөөс эхлэнэ гэж юм л даа. Тэгээ 600 хүүхдийг одоо урьж гээна гэдэг ч юм. Тэгэхээр тэр эсэлтэнд бас ямар шалгуур байх вэ? Тэрний талаар бас. Вот вы сказали, что Россотрудничество принимает 600 студентов. Кроме этого, вы еще хотите дополнительно дать квоту. Как ребята смогут поступить в ваши вузы? Еще раз, значит, вся информация будет в Россотрудничестве. Мы оставим все свои визитки, все направления. Поступать в наши вузы, это не нужно сдавать единый государственный экзамен, как требуется для наших российских выпускников. Для иностранных граждан, ну, конечно же, для монгольских, это вступительные экзамены. Конечно, необходимо знание русского языка, поэтому мы и говорим, что у нас есть подготовительное отделение, где мы можем обучать. Ну, если говорить про русский язык, вот, да, то мы уже здесь во время поездки говорим о том, что мы готовы здесь к большему сотрудничеству с нашими вузами и со школами. Готовы, ну вот Бурятский государственный университет точно уже в этом году мы проведем такой методический семинар с учителями русского языка. И готовы здесь каждый год поддерживать и учителей русского языка, и всех детей, школьников, которые хотели бы изучать русский язык. Тем более, что бизнес улавливает сорок сорокалетних ухтуд, арсенальные пакистанцы говорят, банк это деньги и не. Поэтому надеемся, что уже с этого года возобновится наше взаимное сотрудничество в плане обмена школьников между Бурятией и Монголией. Тэгээд энэ жилээс эхлээд бид нүс Бурят Монгол улсын хүүхдүүдийн хоорондоо солилцох энэ хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлж эхэлнэ. Была хорошая традиция, когда вот монгольские дети приезжали в наш лагерь Байкальские волны на берегу Байкала, и бурятские дети приезжали в детский лагерь здесь, по Улан-Баторам. Нарымдал. Тэгтэр бол урд нь бол тийм сайхан заншил байсан. Манай байгаль нуулын иргэн дээр байх байдаг байгалийн давлгаа гээд хүүхдийн амралтын газар монгол хүүхдүүдэд ямардаг, бурятын хүүхдүүд олон улсын найрамдал тусан дээр ямардаг ийм сайхан жишээ байсан. Конечно, там небольшие возможности для того, чтобы всех детей мы не примем, конечно, сразу же. Но вот если мы создадим вот этот большой комплекс, о котором мы говорим на Байкале, да, кампус, то мы тогда уже сможем большее количество детей приезжать, да, чтобы они приезжали, изучали, знакомились со своими сверстниками. То есть, конечно, нам нужно вот эти связи восстанавливать, и чем больше будет таких возможностей, тем больше будет интерес к русской культуре. Хатан бою кампус ашилтанд орсоор бол бид нүс өвшөө олон монгол хүүхдүүдийг хүлээж авах юм болцоотой болно. А гэхдээ өнөөдрийн байдлаар өөр хэмжээнд бол энэ хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлээд явах ийм одоо болцоотой юм аа. Ингэснээр бол хүүхд хоорондоо танилцж нэг нэгээсээ сурах ийм сайхан болцоо нэгдэнэ гэж ойлгож байна. Еще раз подчеркну, что наши вузы предоставляют очень качественное образование. Тэгэхээр дахиад хэлэхэд бол манай сургуулиуд бол их чанартай боловсрол олгож байгаа. Практически все выпускники у нас трудоустраиваются. Ну вот, Тарул Мана, сроводок Тухсо, и тут Бук, тут Аджил Турдлоро, Мирижлир Аджил Тык. У Игоря Геннадьевича целое направление по авиационному есть. Расскажи, Игорь Геннадьевич. Да, Юрий Геннадьевич, он был бутын, вот, он кцны чеглер, бас сроводок им.
Ангвейдик. Да, у нас есть ряд уникальных направлений, и одно из которых – это подготовка специалистов, инженеров в области авиастроения. А дектер мана сургуультер бас зарим одоо их онцгой чиглэлээр оюутан сургуудаг. Энэ бол онгоцны инженер бэлддэг юм анги байгаа. Мы сейчас создали так называемые инженерные классы. 25 школ Республики Бурятия в ходе объединены в эти классы, и старшеклассников 10-11 класс мы приглашаем к себе в университет. Они занимаются именно направлением самолетостроения, и по итогам обучения они представляют свои проекты по самолетам, по вертолетам. Это очень интересно. И я приглашаю школьников, монгольских школьников, тоже принять участие вот в этом проекте. Это битнус вот мана их сургуульд маранууд Бурятия 25 сургуультай бол ийм инженерийн анги нээсэн байгаа. Инженер бол 10-11 дэх ангийн сурагчд бол өөрийн одоо энэ чиглэлээр төслөө хийгээд танилцуулаад ингээд ийм одоо ийм болцоотой инженер бол битнус бас энэ төсөлд бас Монголын оюутан сурагчдыг бас нэгдэж орохыг уриалж байна. Ну, кроме этого, я бы добавил, что у нас в университете уже много десятков лет развивается такое направление, как разработка технологий по переработке мяса и молока, что, я думаю, актуально для Монголии. Мы, мана сургуультер олон жил бол одоо мах босруулах, суу босруулах чиглэлээр бас оюутан бэлддэг. Я вот на это направление также приглашаю монгольских абитуриентов. Говорить можно долго, наши университеты большие, готовят по многим направлениям. Мана сургуульд том олон чиглэлээр оюутан бэлддэг. Энэ талаар бол одоо мэдээж одоо эрүүл зөндөө ярих сэдвүүд байна. Есть такая русская поговорка: лучше один раз приехать и увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому мы приглашаем приехать. Нэг мигота сонсноос нэг удаа ирээд үзгэж. Ну, в первую очередь мы приедем в октябре месяце на образовательную выставку, мы всех приглашаем на нашу вузу представить свои экспозиции. Тэгээд энэ оны 10 сард орсон шилхэн соёлын төвд бол энэ боловсролыг үзсэн нэгдэх үеэр та бүхэн манаас сургуультай танилцах юм болцоотой. Ну и все-таки будет справедливым, если мы немножко расскажем про нашего коллегу и его вуз, это ректора Бекто Батович Цибиков, ректор БГСХ Сельхозакадемии. А тэгээд энэ завшааныг ашиглаад би бас манай Бурятийн хөдөө аж ахуйн их сургуулийн талаар бас хэлүү хэлье. Они готовят по всем направлениям, связанным с сельским хозяйством. А энэ сургуульд бол хөдөө аж ахуйн чиглэлээр бол бүх мэрэгчлэр бол сургадаг. И там действительно очень хорошая база подготовки. А тэнд бол үнэхээр одоо сайн одоо сургуулийн баазтай. Исторически так сложилось, что очень многие монгольские специалисты выходцы именно из этого института. Тэгээд одоо ингэ түүхээс харахад бол энэ сургуульд бол Монголын одоо энэ чиглэлээр сурсан олон оюутнууд байдаг. И они сейчас тоже готовы представить для монгольских студентов свои места, направления подготовки, поэтому тоже очень внимательно прошу обратить внимание. Тэгээд одоо бас энэ сургуульд бол ирсэн суралцах болцоотой учраас та бүхэн бас энийг анхааралтай авна уу. Тэр мэдээж хэрэг энэ боловсролын талаар ингээд ярилцаад ах юм бол төвшөө олон сэдвүү гарах бах тий цаг ч гэсэн их олон цагаар ярилцах болоо тий мэдээж хэрэг Монголд ирсэн зорилго нь бүтэмжтэй байсан уу тий өшөө илүү хамтын ажиллагаа нь хэр явагдаж байна. Действительно, если говорить об образовании, то, конечно, можно говорить долго. Какие у вас разговоры, так сказать, встречи состоялись здесь с монгольскими университетами? Вчера мы буквально посетили несколько вузов уже. Это МУИС, ну, центральный вуз, наверное, Национальный университет Монголии. Тэгтэр бид нус бол өчигдөр хэд Монгол улсын сургуультай уулзалт хийлээ. Одоо Монгол улсын гол сургуулийн нэг баг. Мы посетили Академию наук. Шинжлэхүйн академ тоо танилцлаа. Игорь Геннадьевич подписал там соглашение между своим вузом и Академией наук Монголии. Тэгээд Игорь Геннадьевич бол одоо Монгол улсын академитай хамтан ажиллах энэ санамж бичлэг гарын үсэг зурлаа. Мы посетили, конечно, филиал Плехановки. Мөн одоо Плеханов их сургуулийн Улаанбаатар салбартай бас салбартаас очилсан байгаа. Да, и еще раз подчеркиваем, что это, наверное, единственный сегодня филиал российского вуза в Улан-Баторе. Дэхтэр улсын холбооны улсын их сургууль, монгол тахад сургууль, ганц салбар сургууль байгаа.
Ну и вообще, наверное, очень много было вчера переговоров связано с развитием добрососедских отношений в плане науки и образования. Это связано и с развитием науки, это развитие образования, ну и поддержка, наверное, нашими вузами всех поддержки русского языка, развития русского языка в Монголии. Ну вот как здесь уже было сказано, мы представляем вот бурятские вузы, некий такой консорциум вузов. И вот по результатам этой поездки мы понимаем, что у нас может образоваться консорциум бурятско-монгольских вузов. И вот в рамках этого консорциума мы будем осуществлять совместную подготовку как специалистов, так и проводить совместные научные исследования. И я хочу добавить, что у нас многолетнее сотрудничество с Монгольским государственным институтом культуры. И они сегодня любезно согласились с нами встретиться. Также мы сотрудничаем активно с Монгольской государственной консерваторией. Тэр Монголын одоо тий ирээдүй болсон боловсрал хүүхдүүд оюутны сурагчдад тий хөрөнгө оруулалт хийж бид нарыг бас оюутнуудыг 600 хүүхд одоо илсүүлж авч явах юм сайхан боломж олгож байгаа юм байна тий. Тэгээд та бүхний ажил бас цаашдаа амжилттай байх болтугай бидний Орос Монголын найрамдал бас тий өшөө илүү нэгт байж тий Оросын бас мэдээж эрэг бурайд улсад Монголын хүүхдүүд алнаар суралцаж ирээдүй бас хүний нөөцөд бэлэн болох болов гэж бодож байна. И позвольте пожелать успеха вашей образовательной миссии, чтобы монгольские дети учились в бурятских вузах и еще теснее укреплялась дружба между нашими народами и как можно больше монгольских студентов поехало учиться к вам. Спасибо. Ждем. И хотелось бы поблагодарить, что нашли время посетить наш телеканал и дать необходимую информацию для наших зрителей и пожелать успеха в вашей образовательной миссии, пожелать, чтобы как больше монгольских детей поехало учиться к вам. Да, спасибо. Албаны улсын шинжлэх ухаан соёлын төвд очиж бас мэдээллийг аваад эсэлтэд одоо 6 сарын 20-ос эхлэх энэ мэдээллийг Эрцэнка одоо хоч нар Эрцэнка дээр очиж мэдээлэл авах боломжтой юм байна шүү. Тэ өргөнөөр оролцоорой мэдээ техник одоо соёл урлаг хөдөө аж ахуй гэдэг олон төрлийн одоо салбарын тэ мэрэгчлэр сурах боломжтой байгаа юм байна шүү. Тэгээд та бүхэнд хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Большое спасибо, что пришли. Баярлалаа. Спасибо. Кофе цай болон та хамт эсэ үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.